champagne and the fireworks are through. Спасибо вам большое за этот прекрасный номер. Бальные танцы все-таки один из самых красивых видов спорта. Я человек, который никогда ничего хорошего в жизни не говорит и не делает. Я вот Леру приобнял сейчас и говорю: Лера, говорю, как это красиво все-таки. Ну, потому что это правда. Ребят, спасибо вам огромное. Спасибо. Ну, чтобы добиться блестящего результата, как мы вот увидели у ребят, нужно много тренироваться, ведь, правда, и тратить немало сил, но оно того стоит. Сейчас ну, взять Юлю, узнаем. В пример, нашу гость. Юля, доброе утро. Доброе утро. Юля к этому шла, к этому эфиру много лет. Родила дочь, и вот сегодня дочь на сцене. А у нас в гостях Юлия Уфимцева, мама Владиславы как раз, танцор класса А. Правильно? Да. Вот, а также Анна Голошова, мама двух мальчиков-танцоров. Поэтому интрига, скоро у нас еще придут еще два парня, а может быть и вообще целый коллектив огромный, который будет радовать всех зрителей «Утреннего экспресса». Казалось бы, бальные танцы, как вы считаете, есть ли у него какие-то такие ограничения, это мужской или женский вид спорта? Нет ограничений. Я бы даже сказала, что это очень мужской вид спорта. Конечно, мать двух мужиков. Почему пришло такое решение отдать ребят? А вы знаете, мы когда думали, куда отдать детей, сначала мы выбрали мужской вид спорта, как принято считать, дзюдо. Но такого результата мы не видели. И, на мой взгляд, в дзюдо не настолько разностороннее развитие. То есть бальные танцы – это и физическое развитие, и элегантность, и чувство стиля, и взаимодействие с девочкой, что тоже очень важно. И мальчики учатся здесь мужественности, ответственности. Там просто мама, короче, правильная, она парням рассказала вот это все. Вот в таком же порядке, говорит, еще с девочкой взаимодействуешь. Он говорит, нафиг, это дзюдо? Нет. Пойду, да, бальные танцы, да. А сколько обычно тренировок в неделю у них? Вообще у детей, у всех возрастных категорий тренировки дважды в неделю. В удобное время. Да, то есть это вполне можно совмещать с учебой, без ущерба каким-то другим сферам деятельности, пожалуйста. А не будет ли такого, что у вас парни вырастут, им будет по 18, и ходят нос вот так задрав, такие правильные. У нас же как в обществе все ходим такие все на расслабончике, а танцоры, они всегда правильно стоят с подачи. Вот на ребят сейчас посмотрите, ну посмотрите, ну. Он мог бы расслабиться, сидеть там спокойно. Вы знаете, ребята сейчас находятся на сцене, они выступают в жизни. А мальчики ведут себя совершенно как другие дети. А, то есть вышел это... сразу где-то там кинул в кого-то снежок. Ну, было. Просто вообще. Конечно. У нас Макарова, например, Владу кто-то на сборах были. Подошел парень и говорит: ну, Влада, ты мне нравишься. Он сразу так. Подойди сюда, сейчас пока. То есть это люди, которые не только вот очень часто есть мнение, что спортсмены, особенно бальных танцев, это больше такие очень, наоборот, нежные молодые да люди. Не, по нему не попадешь. Нет, здесь не так. Очень нужна выдержка большая, потому что большие соревнования, крупные, стрессоустойчивость, умение держать себя в руках, умение постоять за себя. Поэтому, наоборот, мужчины вырастают галантными, вырастают настоящими защитниками. А клуб «Реверанс» уже существует более 30 лет, да. Правильно? Ведь какие достижения были за это время, есть у танцоров?
Ну, достижений у клуба очень много. То есть, во-первых, клуб готовит на самом деле сильных спортсменов, которые потом выступают и на чемпионатах России у нас есть достижения, есть кубки. И мало того, что на местных, да, конкурсах, это чемпионаты России, какие-то областные соревнования, в том числе и на международных соревнованиях. Есть кубок Блэкпула, есть кубки из Соединенных Штатов. То есть на самом деле клуб очень сильный, тренерский состав очень сильный, потому что нужно, ну, определенные знания, амбиции, чтобы пару довести до такого результата. А вот что касается костюмов, мальчикам проще, да? Ведь девочкам нужны вот эти все расшитые... Ты имеешь в виду стоимость? Ну да! Мальчикам проще. То есть все-таки один костюм, да? Да, проще, но тем не менее все равно это должен быть выдержан стиль, должна быть качественная, хорошая, удобная обувь. И, конечно, да, который меняется. У растущих мальчиков, конечно же, меняется размер, все это перешивается, но тем не менее мы справляемся, это очень интересно, это очень красиво, и когда ты видишь на паркете своего ребенка в другом образе, это очень приятно. А как много времени нужно, чтобы вот так вот выглядеть? Сколько времени требуется? На подготовку? Да. Ну вот, когда уже спортсмены такого возраста, да, требуется макияж, конечно, например, девочки, чтобы сделать макияж, это делают обычно профессиональные студии, сделать прическу уходит порядка 3 часов. То есть, если мы выходим на турнир в 9 утра, мы уже в 6 или в 5 утра должны быть в спортивном комплексе, да, чтобы их подготовили. У мальчика времени уходит меньше, где-то час уходит на прическу, тоже делается макияж легкий, для того, чтобы вот лицо было красиво. Если это латинские танцы, наносится автозагар на все тело. У меня, если что, не надо было наносить. Вера, я тебе скажу, а чтобы тебе так выглядеть, тебе надо вернуться на много лет назад. Да ладно. Да. А вот, кстати, неправильно. Нет, вот до скольки лет можно заниматься? На самом деле вы можете тоже пойти в студию, приходите к нам. На хобби-класс. Да, на хобби-класс. Даже потом можете выходить на соревнования. Уже, правда, класс какой сеньоры бы. Но, тем не менее, можете приходить в свое удовольствие танцевать и выходить на соревнования. Ну что же, пойдем? Пойдем в хобби-класс? Я считаю, что это... С нашим ростом мы пойдем в хобби-класс. Скажите, какие советы можете дать тем родителям, которые хотят отдать тоже детей в этот спорт? Не сомневаться. Это замечательный вид спорта. Здесь у нас есть и ОФП, физическая нагрузка, и хореография, и растяжка. То есть ребенок будет полноценно развиваться. Поддержу Анну, скажу, надо обязательно отдавать детей в спортивно-бальные танцы, приходить именно в наш клуб. Ну, не просто в танцы, а именно в наш клуб отдавать, чтобы получить классный результат, чтобы ваши дети выросли целеустремленными, красивыми, спортивными, чтобы они вас радовали своими успехами. Юля, а вы танцами занимаетесь? Нет. Я думала, мы с вами будем в хобби-класс. Идите в группу «Синьорита класс С» или как-то, я не знаю, какое-то распределение. У меня есть такой опыт. Да, мы с мужем в прошлом году занимались, посещали хобби-класс. Так. Да, нам это очень нравится, мы обязательно вернемся сейчас. Просто из-за нехватки времени немножко не получается. Но это здорово. Вы этих двух отправьте работать. Вот этих. Это здорово, когда вся семья имеет возможность заниматься танцами вместе. Ну что ж, спасибо вам большое, спасибо вам, ребят, мы с вами еще, может быть, увидимся в группе Б. Да, кто знает, кто знает.